Здравствуйте, друзья! Добрый день! Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Бүгүн биги хангарцыгыакпыт догордогу тухунан. Тема сегодняшнего урока – дружба. Игилле өйдөн хаңалары. Слушайте и запоминайте слова. Догор, догор, друг. Доготторум, доготторум, мои друзья. Догордоху, догордоху, дружеский. Догордос, догордос, дружить. Бирхананнан, бирхананнан, дружно. Биги амарахпыт, биги амарахпыт, мы дружны. Догорду амарак, догорду амарак, дружный. Догордулар, догордулар, друзья. Омук, омук, народ, нация. Аны оңорохпут предложениеларда. Игиллен хайда хаңарабыт хаңалары. А сейчас составим предложение. Слушайте, как произносятся слова. Мин ого ирдеги догорум. Мин ого ирдеги догорум. Мой друг детства. Уйбаны кытта огдо догордулар. Уйбаны кытта огдо догордулар. Иван и Дуся друзья. Бу книга догордоху, эйелехи тугунан, агын. Бу книге догордоху, эйелехи тугунан, агын. Эта книга про дружбу и мир. Прочитайте. Дудинкага үгүс омук бар. Дудинкага үгүс омук бар. В дудинке много людей разной национальности. Барылара бир хананнан олороллор. Барылара бир хананнан олороллор. Все живут дружно. Опу басиден догордок. Опу басиден догордок. У Афони есть друг Вася. Гинилер хуруйсаллар бее беелерин кытта. Гинилер хуруйсаллар бее беелерин кытта. Они пишут друг другу письма. Бу оголор берт амарактылар. Бу оголор берт амарактылар. Дети очень дружные. Бүгүн биги хаңарыстыбыт догордоху тухунан. Сегодня мы поговорили о дружбе. Урок бүттө, нячаскан доготтор. Урок закончился. До свидания, друзья!